Всем привет! Вы на канале Бисквит. Делюсь рецептом мини-панкейков. Это вкусные панкейки в необычном миниатюрном виде. Отлично подойдут для завтрака или чаепития. Для теста потребуется одно яйцо, 40 грамм сахара, щепотка соли. Слегка взбейте венчиком. Добавьте 200 мл молока и 30 грамм растительного масла. Перемешайте. Всыпьте 5 грамм разрыхлителя и 200 грамм муки. Тщательно перемешивайте в однородную массу. Тесто получится не очень сладким. Если вы сладкоежка, добавляйте сахар больше. Переложите тесто в бутылочку для соусов или в кондитерский мешок. После наполнения тестом у кондитерского мешка срежьте уголочек так, чтобы носик был 3-5 мм. На сухую сковороду отсаживайте горошины теста, около 1 см в диаметре. При выпекании оно немного поднимется и разойдется в стороны. Жарьте панкейки до появления пузырьков на поверхности, около 1 минуты. Переверните панкейки. Проще всего это сделать двумя шпажками. На второй стороне жарьте 20-30 секунд. Первая партия готова. Повторите то же самое с остальным тестом. Панкейки можно делать не только круглые, но и любой другой формы, например, сердечком. Вот такие аппетитные мини-панкейки получились. Эти панкейки отлично подойдут для завтрака. Их можно кушать вместо хлопьев с молоком. А можно полить карамелью или медом. Добавить ягоды или кусочки фруктов и кушать, запивая чайком. Эти крошки получаются мягкими, пористыми, в меру сладкими, одним словом, вкусными. Готовятся просто, но немного дольше, чем привычные нам панкейки. Однако получаются необычными и эффектными. Их хочется попробовать. Особенно они нравятся детям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!